Первую остановку мы сделали в городке Дуче. Заселились в кемпинг под названием Дуче. Кемпинг недорогой, здесь очень хороший хозяин, молодой парень, зовут его Милан. Он всегда идет на уступ, делает дешевле, то, что надо, он все дает. Очень рекомендую этот кемпинг. Мы уже неоднократно здесь останавливались. Отношение к людям очень хорошее у него. Ну вот сам кемпинг, мы остановились вот здесь. Здесь парковка для машин, можно припарковать в тенек, чтобы машина не жарилась на солнышке. Здесь еще люди стоят, здесь поляки приехали, здесь душ, туалет, как санузел, так можно сказать. Здесь можно ноги помыть, шланг, можно поливать траву. Вот здесь душ, здесь можно в зеркало посмотреться, можно умыться с утра. Здесь еще одно зеркало, душ. Здесь всегда есть горячая вода, можно помыться. Ну, после моря, когда выходишь, можно раз по-быстрому помылся. Здесь все то же самое, душ, туалет. Здесь дальше тоже есть умывальник, есть туалет, нормальный туалет, можно сходить. Всегда есть туалетная бумага, розетка, если надо побриться. О, хозяин ездит. Здесь еще одно место, здесь еще один туалет и места, чтобы помыть посуду. Здесь холодильники стоят. Можно положить, если у вас с собой нет холодильника, можете положить в холодильник. Вот наше пиво лежит. Там морозилка. Всякие кабеля можно брать у него. Перенос, удлинитель, если у вас с собой нет, можно удлинитель взять. Цены на кемпинг можно посмотреть. Взрослый человек 30 кун, ребенок 20 кун. Палатка 40 кун, машина 50, кемпер ван 70, просто парковка 20, мотоцикл 20 и розетка 30 электричества. Тут сразу, тут можно еще поставить, ставить можно сюда вставить на розетку. Это выход на пляж. Вот на пляжу все лежат. Там есть душ, с моря выходишь, можно помыться. Вот такой вот обычный кемпинг, одна звезда, ничего особенного.